Скажите одно слово, мы иначе не уйдем. Правительство Калининградской области Георгий Бос. Спасибо. Это, по-моему, гораздо лучше, чем любые слова. Хорошая песня. Он специально пишет сегодня. Приятного вечера вам. И слово предоставляется продюсеру фестиваля Юрию Белоусову. Юрий. Ну, я, честно, расстрелялся, потому что в программе было заявлено у меня, что самый известный дуэт Калининградской области Жора и Юра. Тут я увидели Георгий Бос и Юрий Саенко. Я честно рассеялся. Увидели ваши аплодисменты и дуэт, самый известный дуэт Калининградской области. Это все! Георгий Бос и Юрий Саенко! Я рад, что мы третий раз проходит на этой земле фестиваль, что ребята приезжают с удовольствием к нам, поют хорошие песни, поэтому и фестиваль хорошие песни. И мне очень приятно, что самые первые лица нашего города, нашей области пришли поздравить вас, нас с праздником города, с праздником, с этим фестивалем. Спасибо им за помощь, спасибо вам, что вы пришли, потому что без вашей поддержки, наверное, то, что мы делаем, это все пустое место, потому что приятно слышать аплодисменты. Вот такие, как вы сейчас.
мне хотелось из нашего политического центра вручить нашему губернатору, нашему мэру то, что мы сделали за последние вот, 2 года, полтора даже. Это все можно посмотреть, послушать и порадоваться. За нас, за ребята, которые сегодня выйдут на эту сцену. Спасибо вам. Приятно. Но это еще не все в плане официальной части и официальных вещей. Я хочу сказать еще кое о чем. Юрий Белоусов совсем недавно был достоин почетного знака «Заслуженный тренер России по тайскому боксу». И сейчас я приглашаю заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона мира по хоккею и работника правительства Калининградской области, так, по совместительству. Ирека Гимаева на сцену. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие жители Калининграда. Хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником. Мне вдвойне приятно, что организатор этого концерта, фестиваля, он же, как говорится, награду нашла героя. И мне очень приятно вручить ему удостоверение заслуженного тренера России по тайскому боксу. Я думаю, мы все поаплодируем ему, потому что это действительно заслуживает этого. Спасибо. Вот такой вот Юрий Белоусов, многогранный человек. Он сегодня еще споет. Это абсолютно точная информация, так что ожидайте. Ну а пока дадим сцену для того, чтобы исполнили свои хорошие песни другие люди.